С помощью узлов платки у себя на голове в виде тюрбана, в виде повязок. Если вам понравилось это видео, то поддержите меня лайком. А также есть у меня уже предыдущие видео, где я вам показывала 5 способов, как повязать платок у себя на голове. В конце видео я оставлю вам его в рекомендованных. Если вам интересно, то смотрите мои другие способы, как можно красиво и интересно повязать платок у себя на голове. Спасибо вам большое за просмотр, всем вам хорошего настроения и всем пока-пока!